Знаете, вот я вам рассказывал уже. Записываю это видеоинтервью, ребят. Журналист, хорошая девчонка, Настя. Давно знаю ее уже. Много лет вот так общаемся. Я ей всякие эксклюзивы там и все прочее. Они хорошо меня печатают, красивые фотки ставят. И я вот чувствую, все равно Настя задает вопрос вот с такой вот какой-то, знаете, претензией к Борисовне. Вот не хочет она ее. Я ее пытаюсь как журналистку на свою сторону склонить, а нет. И то же самое по Чулпан Хаматовой. Вот то же самое, ребят. Вот что она говорит, журналист мне. Вот что она поехала туда и жалуется. Все оборачивается в Россию и рассказывает, что ее тут друзья предали. А что мне говорить на это? Я говорю, что любой бы человек жалел. Что друзья? Она ведь рассказывает, видимо, о том друге, который ее предал, которого мы все хорошо знаем, Евгений Миронов. Она ведь любила его. Любила, а он показал себя полностью. Полностью. Во всей своей, блядь, красе. Она же про него сказала. Это про него было сказано, ребят. Чулпан сказала про него. Конкретно про Мирона. Она обижена на него. Она как женщина. Журналист не унимается. Ну, слушайте, правильно делает журналист. Это его профессия журналистская. Вот не униматься. Вот прекрасная девушка. Она прям из меня жилы тянет. Хорошо. Но вот Чулпан еще жалуется на то, что у нее не так много денег стало в Латвии. Не так она зарабатывает. А я же, понимаете, ребят, я же не просто так блогер какой-то там, Финтифлюшкин. Я же подкован. Я начинаю говорить. Так, подождите. Я видел эту афишу в Америке, эту афишу в Израиль, Чулпан летит. И эту афишу она еще в какой-то третьей стране. Тут она с молодым арфистом выступает, это моноспектакль. Здесь с Анатолием Белым, здесь с Владимиром Черным. Так у нее, говорю, гастроли. Вы считаете, она не сможет заработать? И вот так мы всю дорогу, вот так интервью и строили. Я считаю, ребята, что конкретно Чулпан надо обязательно поддерживать. Обязательно. Мужа нет. Дети. Трое. Талант. А журналист, слушайте, продолжает опять Настя. Ну, Рустам, вот что о ней сказал актер Марат Башаров. Когда в Татарии было тяжело, она как татарка не поддержала свою республику, уехала оттуда. Так, 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 говорю я. Кто сказал? Марат Башаров? А это, пардон, подождите, какой величины актер? Тут мы не можем соотносить эти два таланта. Марат Башаров, который талантливо там баб своих пиздел. Вот это мы точно знаем. Ну-ка, ну-ка, подождите, где там фильмы его с Маратом Башаровым? Где его какая-то главная роль, которая нас всех поразила? Не я. И вы зачитываете мне мнение Марата Башарова как какой-то императив, как что-то правильное, как что-то крутое. Марат Башаров уел Чулпан Хаматову. Вот ему. А Чулпан — процветание работы, любви, всего самого необходимого для нее сейчас. Она слишком много всего сделала для нас с вами, как творческий человек, чтобы мы с вами не стали скотинами. Слишком много. Очень много, ребят. Она в одном ряду стоит и с Горбачевым, и с Ренатой, между прочим, и с Земфирой. Это очень важные для нас люди. И с Пугачишкой в одном ряду. Я надеюсь, что я я прав. Очень надеюсь, что вы меня поддержите. Спасибо.